Одиночная игра. Основная игра. Сумеречная чума. Так, что у нас будет? Я на компьютерной версии никогда не играл, всегда на телефоне хуярил. Так, что есть? Бактерия. Вирус, грибок. Но у меня все закрыто тут. Симианский гриб. Делает обезьян умнее, но на людях не испытывался. Сумеречная чума. Сильная жажда крови. Ну, наверное, бактерии. Наверное, бактерию. Так, продолжить. Ген. А мне ничего нет, да? Да. Продолжить. Так, какой уровень трудности? Читы, блядь. А что за читы? А, мне все закрыто, блядь. Ну, средний, на среднем, на среднем. Так, называем болезнь. Как назвать болезнь? Ну что, допрыгался, щенок? Ребят, вы кого со своими скинами напугать хотите? Вы что, не слышали про новый режим на CS GO Run? Режим Case Battle уже на сайте. Вступай в равную битву с лучшими бойцами и покажи им, кто тот папа. Или сыграйте со своим другом и выясните уже наконец, у кого больше ствол. Что теперь скажешь? Ребят, вы чего? Быстрее переходи по ссылке в закрепленном комментарии и забирай халявный скин по промокоду. Хватай секретный промокод в Telegram-боте. Как назвать болезнь? Коронавирус. Демократия? Google Docs? Google Docs норм. А переименуйте как-то Ивана Зола под болезнь. Докс распространился по всему миру. Туберкузола, блядь. Вот это имба, нахуй. Туберкузола, все, поехали. Так, добро пожаловать. Так, где мы начнем распространять туберкузола, блядь? Так, в Америке, США. США! Туберкузола! Гренландию? Ну мы же не потеем, блядь. Или мы потеем? Хесуса заразим первым этом туберкузола, все. США. Так, фиксируем. Туберкузола распространилась на страну США. Заразила первого человека, но она еще слишком слаба. Используйте очки ДНК для развития болезни. Поехали. Так, туберкузола. Заражен один. Первый чел заразился. Так, я не... А как на компе играть? А, ну все в целом то же самое. Тут просто круче. Я только на телефоне играл, блядь. Так. Есть. Так, а что мы будем... Подожди, пауза. Что мы будем прокачивать первым? Сейчас игру потише еще сделаю немного. Туберкузола. Что мы будем прокачивать первым? Так. Пути передачи. Это обзор. Пути передачи. Домашний скот у нас есть. Симптомы. Кашель, тошнота, бессонница. Киста, анемия, сыпь. Так, а я уже могу купить, кстати. Устойчивость к холоду, я думаю, maybe сразу, или к бактериям. От любых климатических условий. А, через воду, точно. Где? Это воздух? Не хватает. Сейчас, давайте накопим и сделаем через воду передачу. Тогда быстрее будет. Так, туберкузола. Заражено уже 4. Так, у меня 9, все. Поехали. Через воду делаем. Поехали, найс. Туберкузола, вы успешно развили болезнь туберкузола. Так. Найс. Найс, блядь. А, я X2 сделаю скорость. Так. Подожди. Сделай через эту, блядь. Стоп. На референдуме Великобритания голосуют за выход из Евросоюза. Понял. Мне сделать
Через воздух передач. Вебку перемести, точно. Да, через воздух делаем. Делаем через воздух. Туберкузола теперь по воздуху летает. Заебись. Так. Все. Работаем. Надо потом устойчивости вкачать. Смотри новости все. А где? О! США, все нормально. Ну ничего, скоро будет ненормально. Так. Симптомы. Давайте симптомы первые. Что лучше? Какой симптом лучше? Тошнота, бессонница, кашель. Кашель, maybe? Или сыпь? А что дороже всего? А, ну одинаково стоит. А, не, вот кашель дороже всего. Кашель дороже всего, кашель берем. Найс. Так, умерло 0, заражено 9. Пока слабо распространяется, давайте еще что-нибудь. Пути передачи. По кровь, ебать. Давай, let's go. Найс. Сейчас по крови еще будет туберкузола передаваться. Ну все, вам. Медицина тормозит заражение. Болезнь должна иметь устойчивость к лекарствам. Ага. Так, давайте тогда... Умение, устойчивость к бактериям, к теплу, к холоду, к лекарствам. Вот надо 11 скопить. Копим 11. Копим 11. Туберкузол начинает распространяться. Найс. Копим 11. Устойчивость к лекарствам. Симптом чихания. А это нормально или хуйня? Или откатить? Откатить, maybe? Норм? Все тогда. Скот еще вкачать? Ну ща, я скоплю на устойчивость к лекарствам. Во, все, найс. Устойчивость к лекарствам. Есть. Найс. Все, работаем. Надо еще скот. Надо еще скот сделать. Так, заражено 46 уже. Бать, оно полетело, смотри. Устойчивость к лекарствам полетела. Полетело, полетело. Туберкузола заразил сотни людей. Есть, блядь. Работаем, работаем. Работаем, работаем. Уже 500, 600. Ебать, хуярит. Ебать, оно хуярит. Туберкузола, работай. Так, ну пока только США. Тайная Олимпиада в городе Токио. Понял. Туберкузола пришла в страну Центральная Америка. Есть, блядь. Работаем. Найс. Туберкузола заражает людей тысячами. 6 тысяч. Все, есть, есть, есть. Так, надо что-то вкачать. Симптомы не прокачивают, тебя спалят. Чихание, думаешь, убрать? А, не качать просто дальше. Так, пути передачи давайте. Вода 2 дорого, блять. Птицы дорого. Насекомые, насекомые надо. Надо насекомые, блядь. Надо насекомые. Крыса, имба. Ну-го, крыс. Так, хватает мне на крыс? Есть. Все, грызуны полетели. Грызуны, давайте, золиков. 40 тысяч, 45. Пошло, нахуй. Пошло, ебать. Все. Страны еще полетели. Вот Южная Америка. Let's go, нахуй. Подавление иммунитета мутировал. Надо оно? Мне кажется, оно не надо.
Тогда спалит быстрее. Оно не надо, блядь. Так, ну-ка, погоди, пауза. Симптомы. Во, вот это откатим. Да, все, откатим. И в пути передачи надо будет еще вкачать воду или воздух. А, еще скот. Надо скот. Желательно, чтобы мутировали симптомы. Будет мутация. А где новости, кстати, читать? Где новости? Где новости чекать? Слева сверху? А, вон, ньюс. А, ну так оно мне на экране вылазит все. Детектор лжи не выдержал речи политика и взорвался. Тут какая-то... Так, дальше. Опа, кашляют. Давайте. Уже 500 тысяч почти. Найс. Туберкузола. Работаем. Блогеры требуют оплаты своего труда. Да пошли вы на... Общество их полностью поддерживает. Да у меня бы так было, блядь. Если бы я сейчас сказал, задонатьте мне 5 тысяч, мне бы сказали, да иди ты на... Общество поддерживает. Ага, блядь. Поддерживает, блядь. Так, лямчик есть. Лямчик присутствует. Расширяемся. Это донат повторили, уёб. Это был донат этот. Уёбок насорали, блядь. Так, Европа полетела, Европа пошла, блядь. Найс. Франция. Это что? В России 4 зараженных, блядь. Туберкузола заразила больше людей, чем... Блядь. Больше людей, чем туберкулез. Охуеть, блядь. Ох, нихуя! Туберкузола долетает. Так, подожди, у меня 22. Меню мира, имеются ценные данные. Блядь. Так, 26, чё вкачать? Умение, может, кинуть? Воду и крыс? Воду? Вода 2, да? А, насекомые ещё, блядь. Насекомые и устойчивость к холоду. Надо, короче, насекомые копить, воду и устойчивость к холоду. Давайте устойчивость к холоду сейчас. Осталось 18. А чё, ку? Так, все копим на воду, теперь 20. Копим на воду 20. Так, туберкузола заразил уже 20. Туберкузола делает. Болезнь туберкузола заразила больше людей, чем ВИЧ. Найс, блять. Так. Все, 20 есть. Вкачиваем воду 2. И устойчивость к холоду. А, уже вкачал, блять. К бактериям можно вкачать следующую устойчивость. Бать Америки, пи***а! Там в Америке вообще песня. Хесус все под туберкузола сидит. Так, врачи в стране США нашли новую болезнь. Другие страны также сообщили об этой болезни. Блять! Нашли уже, что ли? Но лекарства не начали делать. Крыс качать? Давай, крыс. Крысы 2, 22 стоят. Крысы 2, 22 стоят. Надо 22 скопить. Есть. Крысы. И домашний скот еще бы, наверное, да? Домашний скот норм?
Симптомы в последнюю очередь, да, я понимаю, чтобы они помирать начали потом. Надо сначала заразить. Байден заражен, а значит минус Иисус. Почему не умирает никто? Потому что симптомов нет для смерти пока что. Надо, мы сначала заражаем. Но для смерти нету симптомов. Потом симптомы. Надо сначала заразить. Надо сначала заразить. Туберкулоза мутировала и приобрела симптом бессонницы. Откатываем, наверное, слышите? Откатываем бессонницу. Думаю, да. Думаю, откат. Иди на. Пока рано. Пока рано. Там Китай пошел, смотри. Ебать. Больше миллиарда уже заражено. Найс. Заразнее обычной простуды. Ебать. Так, ну Гренландия, как обычно, по стандарту сидит. Найс. Ебать. Ебать. Подожди, у меня 48. Так, куда это все? 54. Пути передачи еще больше вкачать или уже хватит? А, устойчивость к холоду 2 можно вкачать, слышите? К морозу. Чтобы Гренландию. Бах. К теплу тоже. Бах. Труднее подается анализу в лаборатории. Нормально? Или копим на лекарство 30? Устойчивость. Лекарство, да? Давайте копим. Ебать пошло. Олимпиада будет проведена. Ну пиздам, блядь, на этой олимпиаде. 38, так, все, скопил. Работаем. Устойчивость к лекарствам 2 присутствует. К бактериям надо? Да. Так, и насекомых 2. 27 надо накопить. Копим. О, Гренландия заразилась! Сосать! Так, зараженные прибыли в город Туберкулоза. Что? И привезли с собой болезнь Япония. Что? Чего, блядь? Приехали в город Туберкулоза, блядь. Так, я накопил на насекомых 2. Все, пизда. Пизда вам! Так, симптомы потом вкачаем, да? Начнем с пневмонии, наверное, да, потом? Начнем с пневмонии. Но это чуть позже. Сколько заражено? 3 миллиарда. Или уже начинать? Ну вообще весь мир уже заражен так-то. Или рано? Рано? Ну давайте, ладно. Так. В Африке 0 умерло. Пневмония, блядь, заработалась. Откатываем? Откатываем пневмонию, блядь. Или оставить уже можно. Я думаю, можно оставить. Подавление иммунитета. Лихорадка. Короче, оставим. Оставим пока. Так. Начата работа над лекарством. Уёб... 5 миллиардов заражено. Так, заражено... Всё, прокачиваем. Прокачиваем, ёб... Эти симптомы. Поехали, весь мир. Так, летальность. Кашель есть? Где? А, кашель есть? Пневмония, фиброз легких. Отек легких. Отек легких делаем. Фиброз легких делаем. Иммунитет делаем. Анемию делаем.
Или сыпь. Сыпь делаем. Все, вам пизда. Все, летальность появилась. Так, фиксируем. Фиксируем смерти. На минус 500 сразу. Сюда. Пошло. Так, лекарство делается. Канада закрывает аэропорты. Да мне... Так, делаем, повышаем. Повышаем летальность. Отказ органов, 33. Все, копим 33. Ебать, бессонница, сюда, хорошо. Боритесь с разработкой лекарства. Да я сейчас вкачаю отказ органов и всем... Ой, блядь, какая же это страшная. Я как в детстве играл, короче, на телефоне, блядь, вот это вот... пение ребенка, это пи***ть страшно. Более 75 лямов умерло. В мире не осталось здоровых людей. Отлично, туберкузола. Бах, нахуй. Кома. Делаем. А как бороться с разработкой лекарства? А, вот, уменьшает скорость будущих исследований. Во-во-во, вот это надо будет накопить. 36 надо накопить. Туберкузола делай. Блять, копят гандоны. От испанки. Больше... 25%, сука. Помирайте! Помирайте, сука! Диарея мутировал. Хорошо. Обосраться вам всем. Миллиард померло. Под санитарным этим надзором. 44%. Так, тормозим лекарство. Что, пересборку ДНК лучше или вот это вот генетик штуку? ДНК, я думаю, да? Чтобы они сейчас охуели. Так, тормозим. В стране начиналась разруха. Туберкузола делается. Ха-ха, блядь. Шо вы, блядь. Так, и вот эту хуйню. Вот, ДНК еще. 50%. Блядь, сейчас все помрут. 4 миллиарда. 4,7. В стране анархия. 5 миллиардов. Все, они не успеют. Пизда вам всем, блядь. Пизда вам. Шо вы, лысые, блядь. Ну все, пи***а. Да все, пизда. Давай, все, осталось 300 лямов. Все, лекарство остановилось. Шо вы, блядь, легчайшая нахуй. Легчайше. Давай. Комбо ой. Кашель и понос приводит к нежелательным инцидентам. И привлекает внимание к болезни туберкузола. Комбо ой. Это уже, мне кажется, всем все равно. Тут 30 миллионов осталось. Людей. А, бля. Шо? 8 миллионов. Все. Давайте. Плаки-плаки, нахуй. Все, уехали. Туберкузол еще мутировал. Найс. Я хочу зомби. Туберкузол уничтожит всех людей. Есть. Есть. Все. 1000 остались. Давай. Есть. Победа. Туберкузола успешно уничтожила всю жизнь на земле, блядь. Есть, блядь. Ну, повтор. В
872 дня, блядь, и туберкузола разъебала весь мир. Вот так. Так. А, спасти весь мир, блядь, купить DLC. О! О! А, у меня вирус открылся. Биооружие. А есть зомби? Блять, у меня не открыт зомби. А, вот это вот? Вот это вампиры, да. Можем вампиров. Давайте вампиров. Ага. Так, на среднем. Как назовем вампир-вирус? Аниме? Вампир-вирус аниме? Сейчас назову женщину, блядь. Квадроберы же кусаются, прыгают на людей, почти как вампиры. Поехали. Оно просыпается. Давным-давно жил человек, которого на смертном одре заразил разумный патоген под названием сумеречная чума. Когда его похоронили, патоген медленно поглотил тело усопшего и трансформировал его. Так, где у нас появится вампир? Можно в Африку, может в Африку вампира? В Германию? Ну, давайте в Германию. А, Румыния, точно. Так, а где Румыния, блядь? Блядь! Ну... Блядь, ладно. Похуй. Центральная Европа. Ебать. Вампир. Так. И как ее прокачивать? А что тут? Квадроберы. Симптомы. Ноль. Вампир порождает свою сумеречную чуму, чтобы поработить человечество. Так, симптомы пока рано. О, вот. Вампиры. Кровавая ярость. Вампир может подать в кровавую ярость и атаковать близлежащие военные исследовательские центры. Ебать. Логово. Так, вот это точно хочу. Превращение в зверя. Во. Полет. Берем полет. Берем... Вот это кровавую ярость, я думаю, можно взять. Брать. Так, кровавую ярость. Перенапряжение надпочечников. Темный ритуал. Если вампир, находящийся в кровавой ярости, ни на кого не нападает, то впадает в транс и стремительно восстанавливается. Найс. Не, логово, я думаю, сделаю. Чтобы генерировать. Все, поехали. Пошло дело. Ебать, мертвых уже 4. Блять, ебать. Ваш вампир может изменить мир. Хорошо. Запомнили. Так, а чё он никого не заражает? Он только их ебашит, блять. Чё он их не заражает, блять? Ну чё он их не делает вампирами? Он чё-то хавает. Чё он только хавает их? Подожди, он их чё-то только хавает. У тебя передачи, они не работают. Видишь, тут ничего нет. Скорость миграции, я думаю, надо вкачать. Так, но пока он их только пиздит. Симптомы? Ну, допустим. Бессонница, пробуждение вампира. А, создается новый вампир. Почти все зараженные умрут, но в конечном итоге будет найден жизнеспособный хозяин. Слева. Вот это вот, да? Пробуждение вампира. Нет. А что? Слева на главный. А, блин. Оно появилось. Надо было вкачать. Так. Возможно, межвидовое заражение. Ага.
Вода. Во-во-во. Все по стандарту делаем, короче. Воздух, воду. Все делаем. Так, все, надо заработать эти штуки. Вампиров создан штамм квадроберы. Который распространяется без участия вампира. Так, все, копим. Так, 12 уже. Сейчас будет 13, я прокачаю воду. Найс. Все, по воде делаем. Найс. А, вот, слева на карте умение. А, ебать. Подожди, мышка. А мышкой что делать? Нажать просто вот сюда? О! Ебать! В Африку, го! Нихуя себе, блядь! Го в Африку летим! Все, полетела мышь! Ебать! Так, заражение пошло, найс! А, это мы переехали так? А. Так, С это что? Я не помню, что это за умение. Ну, ёб... А, логово, все, найс. Все, у нас логово в Африке. Так, можно пойти заебать челов. Ой, блядь, пошло. Ебать, он их ударит! Заметили следы питания вампира. Блять. Так, надо прокачивать срочно пути передачи. Воздух. Следующая кровь. Так, надо переезжать. Переезжаем. Так, надо двигаться куда-то в сторону... Да тут не дотягиваемся. Надо куда-то двигаться, блядь. В Китай? Ну, давайте тогда вот так, через Ирак пойдем. Полетели. Все, съебаем, чтобы не заметили сильно. Так, все, прилетели. Так, переносим теперь логово. За нами. Нормально. А, ебать, я могу расставлять эти логово, ебать. Найс. Так, что следующее? Капли, зараженные предметы. Кровь надо, 11 надо. Все, забись. Но они что-то дохнут. А, не, вот сейчас заражаются, сейчас не дохнут. Ну, чуть-чуть дохнут. Дохнут, но чуть-чуть. Ну, рейдж я пока не буду включать, чтобы он их не пи***л сильно. Надо сначала прокачать пути распространения. За вампайрсов интересно играть. Так-то. Так, убийцы из культуры... Культа крови терроризируют страну Ирак. Так, 11. Что лучше, капли или зараженные предметы? Капли дороже стоят. Или копить на воздух, или воду вторую. Капли? Давайте капли. Все, делаем. Работаем. Так, давайте дальше летим. Замечен в стране Ирак. Чё не жма? Ой, блядь, я долбоёб. Так, летим. Казахстан! Казахи! Сори. Сори, ребята. Сейчас у вас логово тоже ёбну. Сейчас у вас еще логово ёбнут. Ой, женщину, блядь,
зарезали. Так, заражение идет. Так, я думаю откатить, да, бессонницу лучше? Да, думаю откатить. Так, где бессонница? Откат. Я думаю, долетим сейчас до Китая. От Китая оно уже пойдет, это самое, распространяться. А я не могу логово больше поставить. А, логово 11 стоит, что ли? А-а-а. Опа. Задействовать военные ресурсы, блядь. Ах ты, с**баная. Так, можем полететь туда и разъебать военную базу. Го, погнали. Летим. Погнали, блядь. Да сука, камера ебаная. Так, все. Ебаем. Ебашим военную базу, нахуй. Все, я ее ебашу. Она ебашится, все, видите, вон, гаснет. Найс, найс, найс. Блядь, я сейчас сам помру. Логово поставить, захилиться. В стране Украина вампир загнан в угол. Блять! Блять, вампира ебали! А что делать? Квадроберы может обращать людей в вампиров. А-а-а! Заебали. Так, надо заспавнить еще одного вампира. Как заспавнить вампира? Надо как заспавнить вампира. Во, заражая сумеречной чумой. Вот это, let's go. Так. Ну и копим на воду и воздух. Блять, они восстанавливают базу. Сука. Не восстанавливают базу. Ничего, ничего, блять. Ничего, ничего, сейчас вампир появится, блять. Сейчас вампир появится, блять. Он как появится. Темное облако. Вампир может медитировать, порождать сумеречную чуму в виде огромного облака. Найс. Работаем. На, нахуй! Ебать, 20 лямов сразу! Казахстану пи***а там зараженных. Так, а где вампир? Мне нужен новый вампир. Обнаружена неизвестная болезнь. Обнаружен патоген под названием квадроберы, блядь. Казахстан, пи***ц, разъебал что-то. Квадроберы под санитарным надзором. Так, а где вампир мой? А, его нигде нет, да? Я им не могу управлять. Да. Разрабатывать лекарства уже, блядь? А чё так, пи***ц, тяжело за вампиров играть, блядь? Кто рыгает, блядь? Ох, ебать! Так, ну уже лекарство началось, это не очень. Чтобы излечить болезнь, Англия в стране квадроберы построена лаборатория. А как купить вампира, блядь? Подождите, пауза. Как мне вампира сделать, блядь? Он сам должен появиться, по идее. По логике, блядь. Вампир адаптируется к современному миру. Людям труднее обнаружить. В симптомах. Здесь? А, вот оно, блядь. Все. Так, а где он у меня? Квадроберы уже ищут жертву, которая будет обращена в вампира.
Отлично. Так, и где он? Блять, вот здесь лекарство делается. А, тут, и тут лекарство делается. Где вампир мой? Пока нигде, да? Квадроберы пытаются выжить в суровом климате. Надо улучшить логово. Ну дайте мне вампир это заспавнить. Не спавнится. процентов уже лекарства сделали, суки ебаные. Я проебал. Что делать, блять? Что делать, блять? Летальность откатывай. А как ее откатить, блять? Мне никак ее не откатить. Мне ничего вот здесь не вкачано в симптомах. Сотни тысяч людей заражаю. Я проебал уже, мне кажется. Ну все, мы в пизде. Все, мы в пизде. Все, мы в пи***е, походу. Да, лекарство слишком быстро делается. Я не успею, блядь. Плюс у меня вампир где-то проебался. Он не заспавнился почему-то. Вампайра нет моего, блядь. Ну, 36%, да, я уже въебал. Но за вампира сложно играть, пи***ц. На X нажми. Ну, нажал. Так у меня, видишь, нету страны, которая выделенная. То есть нет страны, в которой мой вампайрс сидит. Проебали, короче. Россия уничтожает зараженных людей, блядь. Россия казнит группу людей, заболевших болезнью квадроберы. Туда их нахуй! Ну да, я въебал. Уничтожайте лаборатории. Да как я тебя уничтожу, сука? У меня вампира нет. Ну все, да, проебали. Прикинь, скоро вырыл, такая хуйня начнется, блядь. А у меня на паузе игра. Лекарство готово. Ну все, иди. Так и чё? А, зараженные уменьшаются. Я проебал. Осуждаю! Долбого в чате. Все, зараженные ноль. Болезнь квадроберы... Мир победил вампиры, вскоре навсегда искоренит болезнь квадроберы. Суки, я нахуй. Вампиры и болезнь квадроберы уничтожены.